Друзья, всем доброй-доброй ночи. Здравствуйте, всем привет. Я вас всех приветствую на мероприятии, которое называется Glampod Jam в клубе Алексея Козлова. Я поздравляю всех девушек прекрасных, всех дам, всех милых, в общем, наших хороших. С праздничком вас! С 8 марта, друзья, с прошедшим, мужики, давайте похлопаем, поздравим наших прекрасных девушек. С праздничком, ура, 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 будьте красивыми, радуйте глаз, в общем, всем счастья и здоровья. Итак, дорогие мои, мы сегодня здесь собрались, чтобы играть хорошую музыку, повеселиться, пообщаться. Собственно, начнем мы по традиции с инструментальной композиции. И я хочу сказать отдельное спасибо нашему диджею Францу, который сегодня для нас поиграл и еще поиграет. Давайте его поаплодируем немножечко за это, который сделает нам сегодня танцы, сделает музыку. Друзья, желаю всем хорошего времяпрепровождения. Мы начнем. Glampod Jam в клубе Алексея Козлова. Ура! Спасибо, что пришли. Thank you.
Приветствую на мероприятии, которое называется «Главпост Джем». Здесь сегодня в клубе Алексея Козлова, как, собственно, и каждую пятницу. Спасибо, что вы здесь. Итак, мы переходим к вокальной части нашего музыкального погружения. Я бы хотел пригласить на сцену человека, которого зовут Дали. Дали Сатаров сегодня у нас здесь в гостях. И сейчас он исполнит для вас композицию такого прекрасного и очень известного человека, которого зовут Стиви Вандер. Кто знает Стиви Вандера, друзья, поднимите руку, пожалуйста. Ура! Отлично, супер! Молодцы! Thank you.
Итак, в общем, пока у нас сейчас Дали, собственно, хочет сыграть эту песню самостоятельно на клавишном инструменте, поэтому сейчас у нас здесь будет все перестанавливаться. Друзья, мы собираемся здесь каждую пятницу. Скажите, кто сегодня здесь в первый раз? Поднимите, пожалуйста, руку. Ух ты, ничего себе, как вас много. Надеюсь, вам все очень нравится. Атмосферка, настроение, музыка и все. Приходите к нам каждую пятницу, мы вас очень ждем. Если вы хотите насладиться какой-то информацией, может быть, фотографиями, которые делает наш фотограф постоянный Валентин Монастырский, сегодня у нас здесь, собственно, как и каждую пятницу, найти себя, то вы можете зайти в группу, которая называется Club Mojo, ВКонтакте, добавиться, и, в общем, там будут все новости, анонсы, рекламы и всякие во всем штуки разные. И, естественно, конечно же, музыка, которую мы здесь играем в оригинальных исполнениях и не только, и в наших тоже. Итак, Дали Сатаров сегодня здесь, композиция Стиви Вандера, которая называется What a Fuss. Прозвучит она... Особенно, наверное, прозвучит у нас, да. Итак, вроде у нас все готовы. Дали, ты готов? Вы готовы, друзья? Послушаем. Все, супер. Поехали. Everybody dances on my addiction only.
так, друзья. Спасибо. Далее Сатаров сегодня здесь, на Главпост-джем. Спасибо, Дали. Итак, друзья, продолжаем наше веселье. Итак, ну что, Стиви Вандер вроде нравится всем, да, я смотрю? Ребята, нравится Стиви Вандер? Супер. Итак, ну давайте тогда продолжим шествовать этого прекрасного автора-исполнителя. Я хочу пригласить на сцену Екатерину Дрибуль, с которой мы исполним композицию, которая называется «Higher Ground», друзья. Знает кто-нибудь такую песню? Знаете. Класс. Супер. Итак, композиция «Higher Ground» Екатерина Дрибуль. Вот она сейчас поднимется на сцену. Друзья, итак. Екатерина, вот это. Друзья, настроение хорошее у всех, я надеюсь. Да? Класс? Супер. Ну тогда мы потихоньку начнем. Можно еще сюда чуть-чуть Keep on learning. Sometimes.
сегодня у нас на главном был Жека. Давайте поаплодируем ей. Спасибо за эту супер песню. Спасибо, Катя. Итак, друзья, следующим номером нашей программы я бы хотел пригласить на сцену, скажите, вот... Нет. Я бы хотел пригласить на сцену Алису Баркову. Алиса Баркова, если здесь ты есть. И мы хотим сыграть композицию, которая называется, друзья, Пол Тайрон. Знает кто-нибудь такую певицу Эрика Баду? Эрику Баду знает кто-нибудь? Знаете, да? Супер. В общем, кто не знает, сейчас узнаете. Итак, Алиса Баркова сегодня здесь у нас в гостях. И композиция Эрики Баду сейчас прозвучит прямо здесь. Сам прибалдинный. Давайте поприветствуем Артиску, друзья. Это же так приятно, сами понимаете. Дорогие друзья, все-таки нет, про творческий путь рассказывать не буду. Поприветствую сегодня самых красивых дам. Однозначно, девочки, с праздником вас. Давайте похлопаем, но в конце концов. Самые красивые сегодня, самые душевные. И песня сейчас тоже будет, кстати говоря. Знаете, про то, как женщина может красиво возмутиться. Женщина, у которой есть грудь. Итак, вы готовы, друзья? Thank you.
Кулакова сегодня здесь на главном сцене. Артем Николаевич. Спасибо. Итак, друзья, мы продолжим инструментальной композицией, которая называется Pick Up the Pieces, господа. Композиция фанкового направления, веселая, танцевальная, поэтому давайте веселиться и танцевать. Я надеюсь, настроение у всех хорошее, приходит. Еще раз всех, девушки, всех еще раз с праздничком. С 8-м уже прошедшим, теперь уже давайте с 9 марта вас всех поздравим. Мужики, есть мужики в зале, давайте поаплодируем нашим прекрасным девушкам за то, что у них сегодня праздник, который называется 9 марта. И, соответственно, у нас всех тоже и еще 2 дня отдыхаем, да? Уже 10-е. Ну, теперь уже 10-е, да, хорошо, округлим. Итак, композиция Pick Up the Pieces, и она очень хорошая и веселая, да, тональность по виду. Поехали.
Франц. Друзья, мы вернемся к вам буквально минут через 15-20. Всем хорошего отдыха и приятного времяпрепровождения. Ура! Вы на главном джеме, в клубе Алексея Козлова. Бар работает, кухня работает. В общем, все заказываем, отдыхаем, веселимся. Диджей Франц для вас и диджей Сокс. В общем, все. Друзья, спасибо за огненные танцы. Для вас играл диджей Франц и диджей Сокс. Сегодня они еще для вас поиграют. Надеюсь, они подняли вам настроение. Да? Ребята, ну что, музыку послушать хорошую. Есть еще силы и эмоции? Супер, классненько.
Итак, мы начнем инструментальную композицию, которая называется Always There. Друзья, поехали! Thank you.
Thank you.
такая получилась у нас композиция инструментального характера. Итак, продолжение нашего сегодняшнего музыкального веселья. Я бы хотел пригласить на сцену девушку, которую зовут Юлия Левашова. Юлия, где же ты, выходи и исполни прекрасную композицию. Ну, пока, в общем, Юлия идет, друзья мои, кто хочет получать какие-то прекрасные новости о том, что у нас происходит, вы опять-таки можете зайти в ВКонтакте и найти группу Bluffmoss Jam. И также у нас есть Инстаграм, который тоже называется просто английскими буквами Bluffmoss Jam. И, соответственно, подписывайтесь. Вот. Хэштеги Bluffmoss Jam тоже приветствуются, всякие локации клуба Алексея Козлова тоже. Собственно, потом это все дело публикуем. Радуем вас, себя и, в общем, всех-всех-всех. Друзья, итак, Юлия Левашова сегодня здесь у нас на сцене. И композицию, которую мы сейчас изобразим, называется она Teenage Fantasy. Давайте поприветствуем. Вот у нас Юлия здесь в гостях. И мы сейчас исполним эту чудесную композицию. Поехали. You are the topic.
Спасибо, друзья. Юлия Левашова сегодня здесь у нас на глав Мосджеми. Итак, продолжаем наше бурнейшее, наибурнейшее веселье, друзья. И я бы хотел пригласить на сцену Викторию Ньюман. Виктория Ньюман, пожалуйста, где же ты есть, выходи скорее к нам. Друзья, скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь знает такого исполнителя, которого зовут Бруно Марс? Класс, активность. Итак, сейчас вот выйдет Виктория, и мы с помощью нот прекрасных попробуем изобразить сейчас композицию, которая называется 24 Carats. Знаете такую песню? Знаете? 24 Carats. Вот. В общем, сейчас, пока раздаются ноты, хочется сказать вам, что в очередной раз мы собираемся здесь каждую пятницу, друзья. Кто сегодня здесь впервые, мы очень будем рады вас видеть в следующий раз. Вот. Поэтому приходите, заходите вообще в этом клубе, очень много всего интересного происходит, много различных концертов, разной музыки, в общем, всего-всего-всего. Поэтому, если вам нравится хорошая живая музыка, то приходите, пожалуйста, здесь вот главная сцена, а там еще есть мансарда, очень милая и приятная для проведения вечеров и, в общем, хорошего в общем, времяпрепровождения. Итак, положи просто, и все, мы разберемся. Виктория Ньюман сегодня здесь на главном джеме. Друзья, если у нас понимание с аккордами. У нас есть понимание с аккордами, друзья. У вас настроение, надеюсь, есть еще музыку послушать или домой сейчас поедем? 10 марта как-никак, еще 2 дня спокойно можно бухать. Да? Тусить и веселиться. Итак, ну что, начнем, пожалуй. Thank you.
Виктория Ньюман сегодня, композиция 24 Karat Magic, друзья. Всем спасибо огромное. Виктория, спасибо. Итак, друзья мои, ноты, конечно, но в следующий раз. Итак, следующим номером нашей программы, друзья, я бы хотел пригласить Анастасию. Под псевдонимом Анна Мэй. В общем, Алана Мэй сегодня здесь у нас в гостях. Друзья, у нас сейчас будет небольшой, так сказать, экспериментальный сюжет. Готовы мы на эксперименты, друзья? Ура! Правильно. Сейчас будет композиция, которая называется «Bodak Yellow». Или «Bodak». Как же правильно? «Bodak Yellow», друзья. Итак, композиция такая очень своеобразная, интересная, поэтому экспериментальная. И сейчас мы попробуем ее торжественно изобразить, эту чудесную композицию, друзья. Thank you.
огромное, друзья. Сегодня здесь у нас Анастасия. Итак, продолжаем, друзья, наше действие прекрасное. И я бы хотел пригласить на сцену девушку, которую зовут Александра Черноусова. Здесь у нас сегодня в гостях. Александра. Александра. И композицию, которую мы сейчас изобразим, называется она «Long Walk», друзья. Длинная прогулочка. Вот, пожалуйста, у нас есть, пожалуйста. Что, ребята, эксперимент у вас удался, я надеюсь. Как вам предыдущий номер? Хорошо? Понравилось? Немножко легче, наверное. Прекрасно. Итак, композиция «Long Walk». Александра Черноусова. И, конечно же, все. Ребятушки, что, есть у нас еще желание послушать музыки хорошие? Когда это мне надеялось? Есть? Ура! Супер, тогда мы продолжаем. Поехали. Yeah.
to the motherfucker. Set the free vibe, start to baseline. Time to make time, change override. Time to make purpose of redesign. And shake the breath to press the bumper. Time to walk hard, time to push mine. Time to make space for life. All the kind that seems like no one has started to make fun. We cannot see that we all went to the back. All the vision of the life supply. Марта, то можно немножко и потанцевать, да, по этому поводу?
Мужички, мужичёрочки, мужчины, ну что, да, танцуем? Или домой едем? Мужчины, да, танцуем? Отлично, тогда мы сейчас начнем эту чудесную композицию и будем танцевать все вместе. Поехали. Yeah.
хорошие. Друзья мои хорошие, прекрасные. На... Я хочу вам сообщить, что на этой замечательной, красивой композиции главная музыкальная часть нашего мероприятия подошла к концу. Но это не значит, что мы сейчас все-таки раз включили свет и разошлись. Друзья, для нас еще поиграет наш сегодняшний диджей Сол, диджей Франс. Еще музыка и танцы сегодня будет присутствовать в нашем здании, друзья. Поэтому не расходимся резко, отдыхаем, веселимся, бар, кухня, все работает. Я хочу сказать вам всем огромное спасибо, что вы сегодня здесь с нами, что вы сегодня все это выслушали, все это высмотрели. В общем, друзья, спасибо огромное за внимание. Приходите к нам каждую пятницу, мы вас очень-очень ждем всегда. Если бы не было бы вас, то, соответственно, не было бы нас. Вот. Спасибо всем артистам, которые сегодня играли. Давайте их похлопаем. Всем музыкантам, всем вокалистам. Алексей Костовский на барабанах сегодня весь вечер. Евгений Панфилов на бас-гитаре. Сергей Коньков на гитаре сегодня играл. Илья Шумаченко играл сегодня на саксофоне. Иван Акаров сегодня играл на трубе. Он уже, к сожалению, уходил. Вот, друзья мои хорошие, еще много-много артистов, кто сегодня участвовал. Игорь Балабаев сегодня, Игорь Балабаев играл на саксофоне сегодня тоже у нас, друзья. В общем, спасибо всем вокалистам отдельное огромное, которое творили сегодня для вас и для нас. Спасибо всему нашему светозвукоцеху. Ребята, огромное спасибо за звук, за свет. Спасибо всем барменам, официантам, администраторам, охранникам и поварам, естественно, и всему клубу. Алексею Козлову огромное спасибо, друзья. И нашему фотографу, конечно же, Валентину Настырский, наш постоянный фотограф. Можете найти фотографии в группе ВКонтакте, называется просто GlamosJam. Друзья, меня зовут Слава Быстров, ждем вас в следующую пятницу. Девчонки, всех еще раз 10 марта, всех целую и обнимаю, до новых уникальных встреч. А для вас DJ Soul и DJ Franz, поехали, друзья, отдыхаем, веселимся. Спасибо огромное, пока!